Так, друзья, последние. Нет, академики. Итак, он еще похож на академик. Почему? Это мое первое то самое дерево. Я показываю ее каждый год. Вот еще. Вот эти я пока кидаю. Видели? Эти уже 90 грамм. Или 100. Вот они последние. Ну, чтоб вы поверили, смотрите. А то мне говорили, 20 лет назад первый урожай у черных покупают на рынке. А потом что, сюда прикалывай. Вон один, второй, последний. Вот они. Портится прямо на дереве. Но, вон видите, сколько муравьев. Вот. Зато ни одной тлинки. Внимание. Ни одной тлинки. Вон они, муравьи, едят на дереве. Это их добыча. Потом я возьму все косточки. Так, Софья. Все, ну устала? Больше? А, будешь? Ну ладно, я понял, у тебя как бы перерыв. Вишню жрём, извини за выражение. Так, ладно, у тебя там полведра есть, так. Те доберешь и на продажу. Так, вот эти, Тимош, ты закончил? Дай покажи ведерко. У нас же все кончается. Соня, внимание, лучшее выберешь и на продажу. Дело в том, что, друзья, знаете, почему Соне вчера купили эти самые абрикосы? Ну, сколько там, ну, скажем, полведерка. Да потому что рынок пуст. В этом году абрикосов очень-очень мало. И 2 дня подряд я на рынке видел по одному человеку, и у каждого было по ведру по 2. И это на весь рынок Антигир. Тогда что получается? Так, Соня, я тебе показывал то ведро? Ой, ай, не отвлекай меня, нечего лясы тащить с тобой. Итак, это вот еще одна. Это академик. Красавцы, да? Посмотрите, какой академик. Ой, ё-моё. Дайте я его сорву, пусть хоть на руке побудет. Вот. А так не поймешь, какой он это. Какой у него размер. Весы сломались. Елена Александровна сегодня не приехала, завтра приедет, весы привезет. Или оставить до весов. А, оставлю, вдруг сохранится. Полюбовались? Посмотрели? Это ужас, какой размер. Там уж точно 100 грамм будет. Так, ладно, это почему? Показываю его, потому чтобы вы знали. Прочь от дерева. Если отпиливать сухие ветки, вот так, это опять учеба, вот так, первый же, у меня они всего 25 лет, академики. Первое дерево сохранило свои качества, еще раз. Классический академик кулит вот так, только мельче. Вот, классический. Вот еще один, вот такие они, удлиненные с носиком. Еще покажу. Мне все верят, не верят. Муравейник. Вот он. Все муравьи в работе. Они обслуживают это дерево. Они чистят так, чтобы все листья были здоровыми. И без дырок. Здоровыми. Без дырок. Посмотрели? Теперь. Это дерево является образцовым. На него уже табличку надо вешать. Оно бы еще было бы моложе, без этих страшных ран, жутких ран. Ну, урожай сейчас только вы видели, да? Ну, остатки урожая. Вот. И тогда вы должны поверить мне, у него была бы еще длинная-длинная жизнь. С него взято сотни черенков. Это дерево маточное. А я вот эти не показывал еще. А вот это... Ладно, сэр. Нет. Да Савинич. И он еще. Ну, это остатки. Так, сбился с мысли. Дерево маточное. И оно сохраняет свою жизнь вот таким путем. Когда у него случаются страшные раны, они зарастают сами. Их нельзя трожить. Это величайшая глупость. Представляете, стамесками вырубали. Не вырезали, вырубали вот это вот так вот. Вырубали,
до живого мяса, а потом замазывали. Не трожьте, дерево вылечится само. Когда ему совсем не моготу, оно... Что, Соня? Ну, вон же у тебя это. Беги за ведром, у тебя еще целое дерево, там ведер 10. Что-то быстро это скисло. Так. В нижней части появляются вертикальные волчки. Их считают жирующими, я говорю, не смей трогать. Обычно они начинают плодоносить не на первый год, а на третий. Давайте смотреть. Вот это вот было отрезано. Почему? Она была бы тонкая, хилая. Отрезал, распушилась. Вот это уже 2 года. И, внимание, вот они, цветущие почки. Зародыши цветущих почек, видите? Вот где солнышко. Вот. На следующий год зацветет. Итак, руки прочь от дерева. Никаких стамесок идиотских. Если это я не трогал, дерево живо. Если это я не трогал, даже муравейник завелся прямо на дереве, в дупле, то тогда, откуда, если бы оно было больно, откуда мы взялись вот те приросты? Видели? Этим приростом больше 1,5 метра. Посмотрите на эту мощь. Посмотрите, посмотрите. И не занимайтесь дурью. Вот это все не лечится, не лечится. Вот, не лечится. Не делайте раны на кольцо. Не делайте. Оставляйте его эти, я их называю, обрезка на пенек. Обрезка на пенек, обрезка на пенек, обрезка на пенек, обрезка на пенек. На раны не обращайте внимания. На дупло не обращайте внимания. Их придумали, чтобы занять ваши эти. Чтобы вам делать было нечего. Не уподобляйтесь столярам-плотникам. Уважаемая мной профессия. Но это живые деревья. И тогда, залечив страшные жутчайшие раны, еще раз скажу, еще буду говорить, мы имеем мощь невероятную, еще впереди 5 лет. Смотрите, что делается. Смотрите внимательно. Посмотрите, я сам это. И заметьте, я ничего не отрезаю, кроме скелетных, кроме просто последнего года. Последний год я их мало отрезал. Но учитывая состояние дерева, оно становится образцовым для такого примера. Еще раз, вон плоды светятся, вон они, вон они, вон они. Вот, это говорит о том, что оно не одичало, оно не умельчало. Самое крупное, что я видел плод, вот эти по 80 грамм, вот эти, что на земле лежат. А то, что я видел крупное, это уже получается 90 и 100 грамм. Вот. И другой год, когда не будет страшных заморозков, оно себя окупит. Благодарю за внимание.